Так, это уже дубль 5, потому что какие-то постоянно форс-мажоры случаются под названием «Заяц отгрыз хомут» или кто-то названивает на телефон. Стрим решил пока не проводить, но уж простите, обойдемся пока премьеркой, будем вместе смотреть и комментировать. Это все тот же самый Вольер с Фроси, Кнопой, Добрыней и Белкой. Белка сидит в углу, ее не видно. Почему именно этот Вольер? Потому что здесь самые социальные зайцы, потому что я их социализировала постоянно, они наши старички, которые многое пережили. Соответственно, они самые ручные, активные, и их график совпадает с моим. Если мы говорим о других зайцах, которые менее доверчивы к человеку, их график с моим не совпадает, потому что, ну, для них характерно более, так сказать, естественный образ жизни. То есть ночью активность, днем спят или прячутся в углу. Сейчас я как раз ходила за веточками и за ивами, причем выбирала именно те сорта ивы, которые зайцы очень любят. И сейчас им, собственно, выдам. Они, скорее всего, отцентруются как раз под камеру. Может, принесу им песочек, потому что, как видите, та кучка песка, которую я насыпала вчера, уже вся разбросана. Ну, ладно. А потом похожу, позанимаюсь делами, а вы понаблюдайте за зайцами. А потом, собственно, вечером, как выложу это видео, все прокомментирую происходящее. Ой. Так, спокойно. А, да, и еще момент, почему именно этот вольер, потому что телефон крепится во внутренней стороне вольера стрижика, ножки и звездочки. Они те зайцы, которые, по крайней мере, мой телефон не разгрызают. Это одна из причин. Веточки обычно не кладутся посередине вольера, потому что потом это все дело невозможно убирать. Но в данном случае придется немножко пострадать ради вас. Ну, маленькую кучку положу. Ничего страшного, думаю, не произойдет. Thank you.
Роська, Роська.
Роська. Рося, подожди. Рося. Нет, не Кнопов, Рося. Роська, ну, молодец, хорошо, Рося. Иди сюда. Ты иди к камере. Ну ладно. Рося. Thank you.
О, Белочка, ты с нами?
частично. Кусочек. Привет, Кнопа. Кнопе понравилось мое появление. Махнула ушами. Так, белка бросилась на добрение. Что я, собственно, тут сижу и комментирую. Добрыня, мне тебя жалко, но не очень. Кнопочка спать улеглась. Не поворачивайся на меня, спи. В следующий раз обязательно выберем другой вольер, что-нибудь придумаю, дабы зайцы вышли из своих лёжек днём. А может быть, запишу видео рано утром, чтобы наверняка ничего не мешало. По поводу стрима, опять же говорю, не уверена, что интернет потянет, не уверена, что вообще хочу его проводить пока что. Посмотрим. Thank you.
еще хуже стало. Привет, не падай. Ладно. Бывает. Ладно, заканчиваем снимать видео. Буду сейчас разносить зайцам корм, фруктики, сухой, и веточки в кои-то веки соберу в одну кучку и положу в угол вольера, чтобы они не раскидывали их равномерно по земле. Еще зайчат надо второй раз покормить. Ладненько, все. Я обещаю в следующий раз снять видео в другом вольере. Надеюсь, у меня это получится. До скорых встреч. Спасибо, кто смотрел эту премьеру, как она называется на ютубе. Если что, эта белка снова пыталась убить Добрыню. Посочувствуйте Добрыне. Пожелайте там хорошего сна Кнопе. Приятного аппетита Фросе. И вообще удачного дня белки. Давайте. Всем пока. Заканчиваем.